Конечно, каждый человек воспринимает, если ему как бы изменили, что это ему изменили, но правильно думать, что изменили почему-то. И это почему-то отчасти, конечно, связано с вами, потому что вы этого не додали. Ну, так вы можете и не можете, может быть, и не способны это додать, да? Поэтому, значит, это важно, что это происходит почему-то. Вот. И эти почему-то важно понимать. И если вы понимаете, что изменили не вам, а изменили почему-то, а потом вы понимаете, что вам действительно очень правильно быть вместе, потому что вы друг другу подходите по какому-то большому количеству разных как бы, причин, вот, то ну, сексуальная измена перестает быть вот тем фактором, который не позволяет воссоединиться.